Ну, что скажешь? Странный, очень странный механизм. Первый раз такой вижу. Ты сможешь их починить? Думаю, что найн. Мне эти часы подарил ангел. Никто не верит, но это правда. Я сделаю все, что смогу, дорогой. Все, что смогу. Слышишь ты? Теперь могу починять все. Понимаешь, совсем все. Мне стали видны все винтики мироздания. Тебе нужно меньше спать. Что? Ты слишком много спишь. Тебе надо завтра встать в 5 утра и пойти к морю. Я точно знаю. Вот увидишь, как твоя спина сразу будет чиниться. Кто бы что ни говорил, но все мы особенные и неповторимые. И большое счастье, что, несмотря на всю нашу разность и непохожесть, мы можем понимать друг друга. Почему же, когда вдруг этот мир мы начинаем понимать гораздо лучше других, возникает, как бы это лучше сказать, недопонимание, что ли? У меня, наверное, биополе очень сильное. Постоянно ломается. Я не чиню тебе будильники. Зачем мне возиться с будильниками, когда я вижу ход времени? Я бил вашим будильником. Я пытался вас разбудить. Полгода я раскрывал вам тайны бытия. Пытался вам помочь. Вы меня хоть раз послушались? Ты бежишь ко мне с этим механизмом, не в силах исправить его. Неужели ты думаешь, что он сложнее, чем твоя жизнь? Пин, ты куда? Я не знаю, зачем мне были даны такой способности. Но знаю точно, что вы их недостойны. Прощайте. Давай! Помогите! Это же было так понятно! Дорогой, ты совсем плохо выглядишь. Поешь, пожалуйста, что-нибудь. Выглядишь? Вы слишком много обращает внимание на то, что как выглядит. Вы не видите сути вещей, их винтиков. Дружище, ты не хочешь вернуться? К вам мне ничего не надо от вас. Вы мне ничего не можете дать. Уходи. Возвращайся в свой немой мир. Мир, который молчит.
Ты не можешь сказать, что будет с тобой через минуту, а пытаешься заботиться обо мне. Зачем мне ваша забота, если я вижу весь механика мироздания? Все видите мира! Ну скажи что-нибудь, ну пожалуйста! Ну все же нормально, правда? Ты здоров, среди друзей. Я проснулся, а этого нет. Ну что такое? Ну что случилось? Просто нет, я их не вижу. Винтики, что делает? Что мне теперь делать? Все имеет свойство приходить к концу. И наши способности не исключение. Но, как правило, они уходят. Там анкер сместил пружинка, а та задевали балансир. А мы еще какое-то время остаемся. Думаешь, я поняла, что ты сказал? Неважно, главное, что работает. Что здесь написано? Что конкретно, я уже не понимаю. Но, в общем, как устроен мир. Потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает на высота. Потому что в самолете все зависит от винта. Область низкого давления. Возможны небольшие осадки. Сбрасывай! Сбрасывай! Да что же это такое? Ёлки-иголки! Это что это такое тут происходит? Любезный, объясните нам. Я сам ничего не понимаю. Феноменально! Я стал для таких полетов.